В музее-заповеднике «Александровская слобода» вновь играют в любимую игру Ивана Грозного. Более 15 лет подряд для профессионалов и любителей всех возрастов здесь гремят шахматные баталии. Первый русский царь весьма увлекался шахматами и уделял им немало времени. Именно поэтому в его любимой резиденции турнир «Царские игры» наиболее уместен. Награда за победу – Кубок Ивана Грозного. Ежегодный межрегиональный турнир, в этом году 16-й по счету, уже обрел поклонников и активно расширяет свои границы. В этот раз здесь встречают игроков из Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областей. В первые два дня, 23-24 июня, играли дети. В следующие выходные, 30 июня и 1 июля, сыграют взрослые. Турнир «Царские игры» проводится с учетом международного рейтинга по швейцарской системе в 9 туров. Итоги соревнований подведет главный судья, международный арбитр ФИДЕ Павел Шарков.